Сегодня у меня опять распаковка посылок. Тут сколько-то? 105 посылок. Таких маленьких. Начну, как всегда, самой-самой маленькой. Так. Бардак у меня, конечно, на столе. Как будто попугая пилили. Расщипали даже. Ну, тут клей, кстати, для велосипедных камер. Вот он очень хороший. Мне нравится. Я какой-то по большой-большой скидке его заказал. Ссылку дам в описании. Так. Вот эти вот какие-то посылки. По треку они не отслеживались. Я их давно заказывал. А, фонарик. Кстати, во, работает сразу с упаковки. Сколько тут режимов? Раз. Три режима, кстати. Неплохо. Вот это заказывал я очень и очень давно. Так, на вид он, конечно, такой хлипковатый, но ничего не отваливается, если его заряжается он. USB, то есть встроенный аккумулятор. Сегодня как раз на велосипед его поставлю, заряжу полностью. Такой он довольно яркий. Ну, такой, чтобы не ослеплял. Еще одна маленькая посылочка. Тут, видимо, тоже. Да. Для велосипеда. Но такие я себе уже заказывал. Поэтому не буду проверять. Тут аккумуляторы. Ну, тут такие батарейки вставлены. Но почему-то не хотят они работать. Скорее всего, тут уже использованы. Ладно, не суть. То это не копейки, но они рабочие. Я уже такие заказывал, проверял. Так, дальше у нас следующая посылка. Что это? А, маска очередная. В этот раз я ее не порвал. Работники просили заказать такую же. С полным набором. Точно так же, что я заказывал. Я имею в виду, не порвал пакетик. В этот раз я порезал. Ну, раскрывать тоже не буду. Не вижу смысла. На, как у меня, 4 фильтрами и 3 вот этими вкладками. Ссылку на нее дам в описании. Вроде как на Жуме запрошу. Заказывал. Так, и последняя посылка. Ну, тут две посылки. Я уже знаю, что здесь. Здесь будет у нас микрофон и палки. Так, микрофон отложим. Так, нет, тут еще что-то. Запаковали. А, это шапка, скорее всего. Так, нет. Да. Жидная такая легенькая шапка. О, удобная. Мне хорошо бегать. А, померяй. Ты ребенку дал. Так. Она тебе велика, ты не знаю. Так. Ну и наконец-то я заказал себе палки походные. Потому что иногда едем в поездки куда. Где нужны палки, чтобы по горам ходить. Вроде как по отзывам они довольно крепкие. Сейчас я найду, чем их зарезать, этот пакетик. Пакет довольно-таки крепкий. Вот, пожалуйста. Упаковано эта вещь очень хорошо. Все, скотч отрезал. Так, для стресса эти кнопочки. Кто будет щелкать? Вот так. Так. И вот такая палочка у меня. Кемпинговая. Честно говоря, я думал, что она будет не телескопическая, а будет раскладываться при откидывании. Тут
пошло не так. Так, все, разобрался. Здесь фиксаторы. Раз. Зафиксировали необходимую высоту. Она уже не двигается. Ох, все, разобрался с палкой. Тут просто. Сам стержень крутите и регулируете высоту. Так, и фиксирующая тут для запястья в сторону можно регулировать. Вот это я не знаю, что зачем. Кто знает. Так как это у меня палка первая. Первая она, надеюсь. Я с ней пойду летом в горы. Потому что там без палок очень сложно ходить. Все, сейчас ее соберу и уберу на балкон. Как раз логотип. Что здесь? И данные указаны. Так вот. Надеюсь, она мне в этом году пригодится. Не будет этих пандемии. И, наконец, микрофон. Сейчас мы его проверим. Так, упакован в такой коробочке. Какой-то фирменный знак. Коробка пришла помятая, так что на подарок она уже вряд ли пойдет. Что у нас на наборе сам микрофон идет. Ну, довольно прилично выглядит. Кнопка включить, выключить. Но он не USB-шный, он такой 3.5 разъем. Так, что мы имеем в виду тут еще. Так, это противошумная. Как говорится, шапка для микрофона. А. То есть его можно еще и через USB-порт включать. Я понимаю. Да, вот. Это большой набор у нас. Так, я специально напал. Какие-то крепежи. Довольно вот эта подставка. Довольно тяжелая, кстати. Сразу видно, что железная. Вот это насадка. Понимаю. Как это делается. Здесь мануалка. Так, сейчас я пока разбираюсь. Нажму на паузу. Что не в лесу родилась елочка, и пусть тебе растет. Ничто не угрожает ей в буддийский Новый год. Так, это был микрофон обычный. Ну, вот только что был звук. Не знаю, защиту, как эта обертка называется. Сейчас мы ее снимем. Ты что, снимаешь? Да. Так, что-нибудь изменилось, интересно? Это тестим микрофон, посмотрим. В лесу родилась елочка, и пусть тебе растет. Ничто не угрожает ей буддийский Новый год. Надену обратно эту штучку. Я не знаю, как она называется, потому что. Но у него есть свое название. Поправильно. Да-да, так. И послушаем. И сейчас послушаем, как звучала веб-камера, ну, на чем раньше стримил. Для сравнения. Теперь камера. Мы не так очевидно, за каким микрофоном стоит. Сейчас послушаем, как это. Да? Ну, не пугает.
Петя. Попугай. Он... Ну что ты делаешь? Он так все вперед. Ну вот так вот. Так вот выглядит со стороны. Не знаю, как тут что к чему цеплять. Вот эту не знаю куда. Ну я полагаю, она где-то вот. Где-то она здесь вот крепится. И куда-то сюда. Этим я еще не разобрался. Ну. Микрофон сам по себе очень хороший. За такую цену. Ссылка на него будет в описании. Все, на этом заканчиваем. То есть, не совсем для меня, это микрофон для детей, для их стримов. Я-то не стримлю. Ну и видео писать, когда они снимают ролики. Пока по играм. Звук пишем отдельно на фотоаппарат. Теперь можно будет сразу писать.